Всем привет, зрители и подписчики. На Ютубе наш новостям 15 января, где-то в Москве. Немножко солнышко сегодня. Это потом недавно вышло. Здесь день Кремль. Здесь у нас прям относители. Так, ну что, я сегодня один. Никто никуда не поехал. Время 12:30. Вероника устала после вчерашнего. И я не захотел. Владика с ней эту встречу с девочкой нашли. Друг друга тут, не то что друг друга, а тут она, ну, приезжала. Вот поехали гулять. Так, сегодня уже с утра 8:30 сходил перейти по телефону. Чай не принес, кто устал, кто вчера, ну, а я, когда это все бывает, то дальше нужно пройти, чем сюда дома. Так, посмотрим, мы вот вечером по нему сходим. Ну, потому что думали в парк Горького. Сейчас я не зайду, не захотели они. Сейчас впереди такая елка в храмах. О, там тоже очень много-много красоты. Кстати, елку там на Миловской улице сегодня уже все это дело убирали. Дар Новый год прошел вчера, ну и еще там пару дней не все. Ну, в принципе, в нормальном состоянии. Ему будет хуже, привык уже на работе бегать, ходить. Что нормально, ладно, снимаюсь у меня немного. Смотрим, что в парке Горького. Может, дойдем до неслышного, сразу посмотрим. Такая красота. Сегодня, кстати, и снег был уже, типа дождя. Вроде нормально. Инсталляция. Спонсоры елок. Так, ну что, я вот здесь, на Патриаршем мосту. Вот такая инсталляция. Просто как проход светящийся. И на спайка. Почти двойной человек. Спасите, великий мой, спасите! Откуда кто-то тут приехал? Быстро, ну, Кремль. Подмораживает уже немножко. Вот такая здесь все это соли очень много, реагента. Кстати, этот ГЭС-2 уже открыли, я знаю. Где-то мы тогда были возле этой статуи глины. Культурное пространство. Ну, мы сидим. Я иду в другую сторону. Иду в сторону Музеона, где новая тетиболка. И в сторону парка имени Батлан культуры. Смотрим, что там запечатлеть. Суббота. Практически народу никого. Вчера на Красной площади не особо было много, в пятницу, но вот на Никольской практически вся Никольская забита. Рабочие дни уже начались. Ладно, увидимся. Болотная набережная. Глина на месте. Обязательно, наверное, к весне я уберу, вроде говорили. Тут тоже такой ансамбль елочек, и главная елочка уже без каток. Там тоже экскурсия, ну, балуется, здесь народ стоит. Не знаю, куда сегодня вечером планировали мне возле ВДНХ побыть, не знаю. Ехали дома сидят дети. Не хотят. Жаль. Тут сейчас проходит неделя музеев. Ну, музей бесплатных музеев. Там каждый день разные музеи открыты. Ну, вот, каждый месяц такое проводится в Москве, конечно, интересно. Так, ладно, мы сейчас переходим, в ту сторону идем. Красиво тут сделано. Шарики, сосны, елочки. Красиво. Ну, все замерзшее. Крымский мост на реке. Такая красота. А шарик светящийся вечером. Туннель красивый.
что я вышел к Музеону, конечно, почищена главная дорога, которая идет вдоль, а так здесь вот уже никак летом особо не чищено. Последний раз мы были с Владиком, с Вероникой, здесь май, по-моему, начали. Ну, все равно скульптуры такие почищены, очищают. Проходили здесь, по-моему, не проходили, а проходили там чуть-чуть подальше. Эту скульптуру я тут раз не снимал. Очень много. Ну, то, что молодцы. Ну, дорожки такие вот притоптанные, все. Много-много снега в Москве выпало, конечно. Нас тут не справляются, да, службы, потому что мы были вчера и в центре, на Арбате, все такое чисто, все такое. Так вот здесь почищено еще более главное считается. Вот. Петр Первый. Вот. Ладно, сейчас пройдем вдоль. Посмотрим. Зима есть зима. Ладно, хоть не минус 20, как было позавчера. Что делать? Птички. Кормушки. О, не белочки. Белочки, видите? Вот раз, кстати, мы не видели этих белочек. О, прыгает. Прыг-скок, прыг-скок. Папуша, знаете, она думает, папуша что-то здесь, девочка, да? И испугалась. И прикормленные белочки. Видите, ждет. Когда что-то кто-то даст. Орешки для белочки. Вот. Так, а мы проходили тут раз. Да, вон там подальше чуть-чуть. Здесь не было много кормушек. Тут раз, по-моему, не знаю, не замечали мы их. Вот памятник скульптуры Пушкина. 87-й год. Мрамор. Вот. И голуби. Все прикормленные. Так, а ну там проходили, да? Дороги увидим. Срама. Почищено, здесь можно пройти, конечно, погулять тут с семьей. Белочек нет. Нет, спрятались, ладно. СССР. Вчера не стал ничего снимать, вчера телефон без зарядки был, блин. Вообще телефон у меня сразу садится моментально, буквально минуту снимаешь. Сейчас на пауэрбанк у меня все это дело. А так иначе, плюс большой мороз на... Ленин, Сталин, вожди Советского Союза. Оп-оп, по дереву. Брежнев, естественно. Так, там мы проходили мимо Калинина, мы там были, да, в тот раз. А, ну, в принципе, здесь все то же самое, 70-й Брежнев. Здесь это дело все уже снимал. А, еще дальше, что в мае, по-моему, когда мы были. Так, ладно, идем мы вдоль Третьяковки. Парк культуры и отдыха имени Горького. Там говорят, не знаю, если правда-неправда, но
скульптуры ледяные. Ну, не знаю, вчера плюсовая температура была, потому что это то ли начали делать их, то ли они уже были, сейчас посмотрим. Вот так вот, вышли в миллион, такая елка стоит здесь, сгнила. Что характерно, в Москве заметил, все елки именно спонсированные либо банками, либо специальная строительственная организация «Строймонтаж», там город Москва, 2022, 2022. Мы первый раз, грубо говоря, на праздники новогодние. Думали на Новый год вырваться, но с ценами на жилье не получилось. Да и выходных все было. И выходных. Заходим. Перед нас каток встречается. Зеркальный. Белые елочки, композиция тоже много впереди. Отсюда, наверное, рентген, наверное, снимаем буду. Не знаю, посмотрим. Снег пошел. Пошел снег. Не знаю, посмотрим. Радуюсь вдоль полностью парка. И, наверное, все-таки это не скучно сад. На солнышко. Где-то там тоже много видно отдыхающих, приезжих, фотографируются. Потому что, мне кажется, сюда-сюда, и как я говорю, что елочки все это дело уберут. Блин, красиво. Там вдалеке тоже много-много украшений новогодних. Очень много. Вот такая красота. Погода такая замечательная. Легкий морозец, плюс один два. Были либо маски, либо видели. Что, прошелся практически уже весь парк. Не нашел эти скульптуры возле входа, это и сзади, там возле катка ничего нету, каток там счищает от снега, никого нету. Замерзший Галицинский пруд, где мы проходили тут весной. Сейчас вдоль набережной буду, наверное, уже выбираться. Фонтаны были. Министерство обороны впереди у нас там на другой стороне. Так, ну и будем. Все-таки пойдем мы на набережную, выйдем на бескучный сад. Все в снегу. Зона отдыха. Были лодки туда, катамараны. Пройтись, конечно, если хорошо, но в основном под каток. Неплохо, потому что фигур нет. Вот еще будет собираются делать. Значит, мы не попали. Вот тоже, кстати, демонтируют елку, походу, там вдалеке. Здесь не видно будет. Стоят краны возле Министерства обороны Российской Федерации.
будет видно, не будет видно сейчас величие. Вот две краны. И все, демонтируют. Там быстро все это, ветки, лапки, металлоконструкция. Демонтируют. О, храм просто спасется. Так, все, ладно, выходим. Фотографируется. Все заснежено. Кстати, прикольно. Монтана едет, я думаю. Никто ничего, ну вон такие вот Рэдисон. Зимние прогулки по Москве все-таки есть. Сидеть внутри, да, люди есть. Она зимой дороже, чем летом. Блин. Их разбивает лед. Прикольно, Рэдисон. Москва-Сити, походу. Блин, не знаю даже. Так, я уже в нескучном саду, да, решил не идти в гору. А, сейчас пойду вдоль него. Прикольно. Супер стоит, интересно, зимняя экскурсия посмотреть бы. Но в этом таких стоило 1000 с чем-то, по-моему, полторы. Ну, конечно, то, что не позагораешь. А он еще второй идет. По Монтана след. Вот просто разбивает лед. Всем привет, зрители, подписчики нашего канала. Начинаем наш влог. Сегодня у нас уже 15-е. Значит, я начинаю влог. Причем тут ты? Молодец. Я-то не снимала еще ничего. Приехал Сергей домой. Ташку рыдал. Молодчинка. Ты говорил, да? Что про Владика? Что, мы сегодня не поехали, да, гулять. Что-то не хочет, что-то видишь, там мы успели, видишь, ты же успел вернуться, или с ними не успели бы, как ты думаешь? Ну ты же успел вернуться, да? С ними не успели, короче. Ну да. Девки одолели. Даже здесь это достали. Конечно, это шутка, но так оно в принципе и есть. Мы пока позавтракали, пока повалялись, утром Сережа кофе принес. Ай, спасибо. Ты какой-то мне молодец. Так, сейчас Сергей обедает. У меня тоже перекус. Творог. На свежем воздухе. Эй! Погода, что? Конечно, ну, что делать? Что делать? Хватит прыгать, бегать. Давайте. Ладик! Короче, ладно, сейчас узнаю, что мы Ладик освалился, не завалился, сколько там они точно приедут. И потому что время уже будем корректировать. Чтобы нам вечер тоже привезти, походить, погулять, а не сидеть, ждать Владика тупо. Так, приехали мы, даже не буду говорить куда, забыл как называется. Что-то идет строительство храма. Короче, район Москвы. Забыла как называется, после Ботанического сада. Вау. Так, и куда нам дальше? И куда нам дальше? Дальше нам куда-то туда. Приехали на тех вот мишек посмотреть, которые у нас вдалеке. Сереж, нам куда? Я вижу. Надо сюда проехать, выходить, я имею в виду. Почему не вижу? Все, я вижу. Башня. ВДНХ. Там вдалеке. Ой, как плохо снимает. Так, ну что? Дошли до этого места, на Ростовский аквариум вас. Нас встречает самый главный медведь, да, фишка. Громадный такой и маленький. Вообще красивый. Добираться до сюда далековато нам было. 15 остановок с пересадкой. Блин, от того стоило этой красоты. Рождественский, так вот, сказать, новогодний. Обычно 2022 елка переливает себя красным,
И, по-моему, сильно. А, там тоже парк, там тюбинг. И вот так далее. Ватрушка. Вообще красота. Если дойдем, потом перейдем дорогу, то когда играл, а мы были, тем более рядом, не соединяется. Красивый мост. Народу мало вообще. Фотографируются все. Как тебе, Вероник? Она сказала, что ты чапа ее, подрос. Чапа подрос твой, моя так. Почти до третьего этажа. Супер-растишка. Классно, классно. А нет, он поменьше, но самый большой, этот ее средний. Красота, вообще, он здесь маленький играется там. Вообще супер. Так, ну что, Сергей уже здесь снял, конечно, немножечко. Такая красота вообще просто. Ну реально божественно. Ну умеют же люди делать. А? Ну снимай, я просто чуть покажу еще, что творится. Наши дети вон там. Там, короче, получается, я так понимаю, скользкое покрытие это самое под снегом. И вот они там катаются. Уже упали раз 200. О! Наш шпагат, правильно, дочь. Какой он огромный. Красивый, конечно. Вероника, ты будешь всем? Или это валяется? Ильюша! Поползли. Ой, блин, смело, что сзади размазывают. Там, да, сейчас идем по ДНХ, надо не знаю, можно пройти парк. Там так, Красофанская башня. Или там мы увидим. А, да, там смотрим, там надо выйти. Потом уже надо не открывать сюда и дома. Так, подошли с вами к главному входу. 22. Красиво тут все. Там елочка вам поставит, сейчас дойдем. Много народа, потом уже. Так, ну что, товарищ Татьяна. Идем, блин. Идем? Да? А куда? 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 Все туда идут. Куда? Уже? Да, я нормально себя встал. Цветные. Хладает, да, руки мерзнут прямо? Да. Вообще. Вероника, я Вероника! Не слышит. Спасибо. Что, дальше пройдемся? Часы показывают время. 27. У нас. Таня еле идет. Татьяна Сергеевна! Пойдем, пойдем.
Все фотографируют, все равно даже эти маленькие дети, цветочки хоть. Дальше пошли. Красиво сделано вообще. Союз Советских Социалистических Республик. Владимир Ильич Ленин. Собственной персоной. Строили советские времена. Мощно все. Мама! Мы стоим, тебя зовем, ты мимо нас прошла. Ну, естественно, мы тебя снимали, даже на своей волне идешь. Я на своей волне. Ты что, вы что, мы стояли сбоку вообще. Они мимо нас прошли. Называли. Так, можно вдохнуть шапку. Полностью наша ВДНХ, он такой круговорот. Достаточно все сделано. Светится. Вот у нас такая шмитка, регион Армения. Впереди. Снимаю, посмотрим. Пошел снегопад небольшой. Чистит. Не знаю, может, мы сейчас обратно пойдем. Лучше дружба народу. Здесь находится польская линия. Девочки, снег. Как мы сегодня слышим. При обозрении этого не видно, но которым мы сидели здесь рядом. Ничего не работает. Так, не знаю. Ну что, обратно мы пойдем, да, все уже? Ну да. Конечно, холодновато становится. Тань! Ну что, обратно? Все, вставай на ночь. Протяженность-то его большая, она потом полностью вдоль там будет, там пытаются они. Ну, да. Обратно пойдем. Да. Если не посмотрим, да? Борочки мы все сделаны. Погода, да? Шепчет. Ладно, погода. Я даже не думал, что попадем сегодня. А на ВДНХ? Не, почему? Я сказал, что мы рядом находимся. Тут уже не останавливаются и башни не видно, говорю, не колеса этого, но мы уже, наверное, походили, видели. Сейчас в тумане снегу обложило. Все равно красиво. Красочно, конечно. Инсталляции эти световые. Летом играть бывает на нашем поле. Мы были летом все планировали, но не побывали мы здесь тоже. Фонтаны красивые. И летом, если летом, то вот. Сейчас, конечно, ладно.